Сегодня у Гомеля прошел велопробег, присвященный 6-й годовине с дня утворения Следшего комитета Республики Беларусь. Его удельниками стали больше, как 100 человек, супрацовники регионального управления Следшего комитета и их семьи. Подтримала инициативу и областная державоинспекция. Подробности у наступном сюжете. Суботней раницей на пляцоўцы каля Лядовага палаца было шматлюдна. Менавіта адсюль стартаваў велапрабег, прысвечаны 6-й гадавіне з дня заснавання Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Як па заказе, хмары, што віселі над Гомелем, разышліся і дазволілі усім атрымаць асалоду ад вераснёўскіх сонечных прамянёў. Настрой удзельнікаў добры, а значыць, з 16-кіламетровай дарогай усе справяцца лёгка. При планіраванні празднічных мероприятий мы, конечно же, включили в план спортивное мероприятие. Всем известен постулат – спорт и труд рядом идут. Этим же постулатом руководствуются и сотрудники Следственного комитета. Спорт – это получение положительных эмоций. Это физическая выносливость. А сотрудникам Следственного комитета оба этих фактора крайне необходимы для успешного выполнения поставленных задач. Поэтому при планировании мероприятий, посвященных 6-й годовщине со дня образования Следственного комитета и нашему профессиональному празднику, мы, конечно же, выбрали одно из спортивных мероприятий как велопробег. Инициативу Следшего комитета подтримали и супрацовники областной державоинспекции. Велорух с каждым годом становится все больше значной часткой городского життя. Активный отпочинок, корысть для здоровья и экологии – пераваг шмат. Зразумела, при умове выполнения правил дорожного руху. Мероприятие, которое посвящено к дню образования Следственного комитета, это велопробег, который организовал Следственный комитет. Госавтоинспекция принимает самое активное участие и поддерживает популяризацию велосипедного спорта. Со стороны Госавтоинспекции неоднократно вносится предложение в органы власти для того, чтобы можно было сделать инфраструктуру по велосипедным дорожкам и, конечно же, разграничить движение велосипедистов и пешеходов. Для того, чтобы обезопасить как тех участников дорожного движения, пеших, да, так и велосипедистов. Дистанция велопробегу 16 километров. Финиш у вёсцы Хальш Ветковского района. Тут удельники наведали территорию сядибы початку 19-го стагодия и ознайомились с историей мясцовой славутости. А после усклали вянки до помника воинам, загинувшим у Великой Айчинной войне. Сегодняшнее наше мероприятие показало, что на защите законных прав и интересов наших граждан стоят сильные духом, выносливые и позитивные сотрудники Следственного комитета. Мероприемство с нагоды профессийного свята следших протягнутся на наступном тыдне. У программе урочистое открытие памятного знака, церемония принесения присяги и урочистый сход. Михаил Садовский, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.